Что это? Иконник Момин. Ага. Левая нога. Левая нога. Всем привет, друзья! С вами Андрей. Это канал «Футбол. Это жизнь». Итак, как я вам и обещал, мы перебираемся с вами из Канады в Японию. Итак, в этом году, можно так сказать, в 2021 году мы с вами будем лицезреть игру Pro Evolution Soccer 2021. Но это даже нельзя сказать, что это игра, это просто как DLC какой-нибудь. Все, просто Season Update с обновленными составами, лицами вроде как, вот это все, с новыми командами, которые должны появиться, ну, именно я сейчас про российскую премьер-лигу говорю, потому что только из-за нее, можно сказать, тоже ключевой фактор, почему я выбрал именно Pro Evolution Soccer, а не FIFA 21. Чуть попозже мы это тоже с вами обсудим, сейчас у нас идет стрим, но, скорее всего, нарезочка с этого стрима будет, потому что я впервые запускаю Pro Evolution Soccer, я купил впервые полную версию. Вот, раньше у меня были Pro Evolution Soccer и демки, и лайты. Благодаря Pro Evolution Soccer 2020 лайта я смог по скидке взять официальное сезон апдейта, но там именно персонально для клубов я взял Барселону, поэтому сегодня мы с вами стартуем. Газпром-арена – это единственный стадион российского клуба, на котором я был, ну, именно из РПЛ. Ну, я пока что посмотрю, чуть попозже свое мнение, если что, выскажу. Но я пока что хочу просто пронаблюдать. Форма симпатичная на самом деле. У Дзюбы фейс есть, у Лунёва есть. Я, кстати, Лити не смотрел, может, все-таки раз Зенит партнер ему поменяли. Джики, он вроде как более-менее похожи. Глянем, как у Соболева, есть ли вообще фейс или нет, все-таки барнаулец. Вот, земляк, глянем. Ну, что-то мне подсказывает, что я вот так немного пробежался, я не видел его. Здесь эти стандартные, да, лица, вот, которые в менюшке. Дуглас Сантос ему здесь не поставили лицо, как вы видите, здесь нет. Малкому тоже. Вот. Так, Спартак. Или что нам сейчас покажет? Да, Спартак здесь. Ларсон без лица, Умяров, Краль, Маслов. А вот он, Соболев. Аккуратненько к нему мы пододвигаемся. Ну, ребят, это Соболев. Это Александр Соболев. Лицо не похоже. Так, спокойно. Это Соболев. Ой-ой-ой. Мальком забрасывает на Дзюбу. Ну все, все. Азмун! Все, друзья, запоминайте. Азмун первый мой игрок в Pro Evolution Soccer 2021, кто забил гол. Отлично. Как сейчас хорошо мы в эту контратаку-то пошли, а? Мальком получает сразу же вторым касанием на Дзюбу. Здесь Дзюба из-под прессинга Джики уходит, отдавая передачу на Азмуна. Но здесь тоже опасно было, потому что прям на грани офсайда, но и Азмун просто вкатывается вместе практически с мячом. 22-я минута. По красоте должен был на этой минуте забить именно Дзюба, но забивает у нас Сердар Азмун. Поздравляем его с забитым голом. Ну и вот это мне тоже не нравится, между прочим, на английском написано, вот где табло, ну вот Зенит, Спартак 1-0, что? И по центру Тинькофф российская премьер-лига написано на английском. Мне это не нравится, честно. Ну это некрасиво прям выглядит. Пойдет, на самом деле, король сухих ворот, мне дали приз, достижение за то, что мы победили насухо, вот. Вот, мы в Мюнхене, дождь идет, мы это видим. И вот Дзюба. Ой, Дзюба подходит к мячу. Так, как там бить? Понял. Давайте вниз. Это Дзюба по центру бьет, но я не рисковал. Ой-ой-ой, он прям все прочитал. Дзюба, Дзюба. Так, прыгать это я помню как. Ой, да он развел. Я видел, что он смотрел вправо.
Так, Миранчук, Лёшка. Сюда куда-нибудь шлепнем. Отлично! Развели. Ай-яй-яй, опять разводит. Думал, сейчас тоже в другой угол пробьет. Хоть был бы ноутбук, я бы поиграл в FIFA. Но я раньше тоже играл на ноутбуке в FIFA, правда. FIFA 14. Так, Головин. Отлично! Сейчас надо Гильерми тащить. Долберг. Да опять они разводят. Но сейчас вроде у меня решающий или нет? Нет, еще не решающий. Жирков. Все, вот сюда попробуем сейчас потихоньку. Давай. Отлично, да это как Миранчук пробил. Прям точно так же. А вот сейчас решающий вроде или нет? Нет, еще нет. Эриксон. Да они разводят, капец как. Так, спокойно. Джики. Джики сейчас бьет, да, решающий пенальти. У нас справа никто не бил вообще. Поэтому попробуем. Давай, Жора. Отлично. Вот сейчас главное, ну, тащить надо. Да просто обидно за то, что Дзюба не забил первый пенальти. Спокойно. Да он еще и по центру. Это единственный игрок, который пробил по центру. Ну, обидно, конечно, ладно. Серию пенальти зато поиграли. Все, давай, я готов. Погнали. Первый игрок у меня. Первый игрок в моей команде. Pro Evolution Soccer 2021. Погнали. Здесь тоже, кстати, не поменяли ничего. Это Россия, это Чорлка. Это Чорлка, скорее всего. Это Чорлка. Это Чорлка. А вот так вот. Чорлка в зенитской форме. Неплохо. Все. Погнали. Бесплатные две иконы нам дают. Иконик момент. Кто же это? Правоногий. В красной форме. Ну, я не буду даже здесь гадать. Пусть сам появится. Инзаги. Нам выпала самая худшая икона, которую нам могли дать. Филиппо Инзаги. Отлично. В форме Зенита. Давай, Дэвид Бекхэм. Я в тебя верю. Правая нога. Это уже не Инзаги. О, Пуёль. Это Пуёль. Сразу было понятно. Да. Ну, неплохо. У нас есть два центральных защитника хороших. Чорлука и Пуёль. Уже можно выкладывать ролик на канал. Типа, о-о-о. И... Англия, ну это не Роналду, не Месси, сразу понятно. Это у нас Джака, серьезно? Или это Джака, да? Это Магуайр еще. Ну, нам выпал опять самый худший игрок. Нам выпал Инзаги, самая худшая икона, которая могла там быть. Нам выпал Магуайр. Теперь Чорлука пойдет на замену. Я надеюсь, он мне на постоянную основу будет или нет? Или в аренду мне его дают? И что это? Иконник момент. Ага. Левая нога. Левая нога. Кто это? Месси! Это Месси! Это Месси! 19 лет ему здесь. Вот это икона 19-летнего Лионеля Месси. Карточка, можно так сказать. Вот. И вот так вот выглядит Лионель Месси. 19 лет в форме Зенита. Басано. Месси! Месси! Это 1-0, а? Каков же Месси 19-летний, 95-го рейтинга, а? Ой, хорошо. Надо у этого игрока десятку отобрать еще. Ой-ой-ой-ой, это снова Месси причем. Это Месси головой замкнуло, а? И что смотрите делает этот парень? Да, мы сейчас идем на хэт-трик для Лионеля Месси. Ой-ой-ой-ой-ой, что творим, а? Хэт-трик, отлично. Достижение мне дали. Пошел, пошел, пошел. Месси.
Ой-ой-ой, это четвертый мяч Лионеля Месси, а? Что творит? Всем спасибо, друзья, большое, что были на этом стриме. Нарезочка будет, естественно. Ну, потому что нам все-таки Месси выпал. Все. С вами был Андрей, канал Футбол Этажи. Подписываемся на этот канал. На канал игровой. Ссылочка на него есть обязательно в описании. С вами был Андрей, канал Футбол Этажи. До новых встреч, друзья. Всем до свидания.